ситуация хуёва. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Быкова. Вот какого, блять, хуя? Домой едем, а тут, блядь, такие сюрпризы устраивают. Надеюсь, следующая хоть поедет уже в сторону ипподрома. Хотя она тоже диаметральная. Ой, бля. Надеюсь, блядь, эти ебучие зацеперы не полезли на крышу. Дай бог из-за этой мрази, блядь, вот такая хуйня. Получается маршрут Зеленоград-Быково. Уже, блядь, не первый раз. При мне уже второй раз точно. Чуть-чуть. А, дальняк. Таврия. А, да ладно. Санкт-Петербург. Да. Севастополь. Да. Так, Быкова. Если по ходу движения, то платформа слева.
была свеча. Ну, слава богу, долго ждать не пришлось. Кайфово ехать одному.